Доброе утро. Доброе ли оно? Заморозок, как всегда. Ну, что ты будешь делать? Жестковато. Очень даже жестковато. Вот. Батыра. Вся вон наш. Ледяная. Вся поникла. Так. Вот, тоже отойдет, не отойдет. Нет, наверное, уже не отойдет. Все поникло. Вероника тут у меня, вот она. То же самое. Что ты будешь делать, а? Жестко. Жестко, конечно. Все распустилось. И все поникло. Цветули. Цветули. Ой, вы. Господи. Так. Клубника тоже. Ну, что такое, а? Вот ночью вставала. Даже не знаю, сколько было градусов. Не стала даже смотреть, честно говоря. Из окна смотрела. Вот этот был вообще поникший. Солнышко засветило. Вроде бы и отошел. Так, а так еще вон. Все тут. Нету еще солнышка здесь. А если бы было пасмур, то вообще, наверное. Из окна вон смотрю сейчас на эту клумбочку. Вчера ее почистила. Чистотел у меня. Я его в баню рву. Тоже вон весь поник. Вот эти тоже были все поникшие. Лаватерка у меня. Но может отойдет. Сейчас солнышко придет. Ночью-то встала, даже не стала на градусник смотреть, потому что не стала себя расстраивать. Если я сейчас увижу, думаю, конкретный минус, а был конкретный, по-видимому, минус, то, значит, это будет все для меня одно расстройство. Ну, а туда в теплицу даже и смотреть не буду, я побежала на работу. Мне уже даже не буду расстраивать себя. Что там делать? Сейчас посмотрю вот в этой, что делается в теплице. Вот. Ну как так? И еще неделя такая обещается. Вчера здесь устряпывала клумбы свои. Это я сейчас тороплюсь на работу. Меня-то больше волнует цветущие уже бутоны, которые набрали та же самая вишня. Не знаю. Она уже набрала бутоны. Просто жалко, если заморозок. А этот уже цветет вовсю, крыжовник. Крыжовник цветет, ну чё, а чего? Все, ничего. И не будет. Все, вчера здесь и беленькие такие висели, висюлечки. А все уже. Крыжовника и не будет. Ой, жимолость тоже вот цветет. Тоже, наверное, не будет. Еще неделя целая такая обещается. Будет минуса. Клумбы все устряпала, уже и пожалела, что и устряпала. Говорят, замульчируешь, еще это хуже, чем для когда мороз для растений. Тут вот все устряпала вчера. Господи, стараешься, оно так раз, и все. Ладно, все, всем пока-пока, побежала я на работу.